Привет, девчонки, меня зовут Инна, давайте вместе посмотрим подарочный бокс от компании Born Pretty, что входит в этот бокс. Компания Born Pretty празднует свое десятилетие. Весь этот год будет дарить подарки, купоны, спецкупоны. Ссылку на все магазины, где можно купить продукты компании Born Pretty, оставлю в описании под видео. Семь флаконов гель-лака из разных коллекций и лампа Sun Mini на 6 ватт с логотипом Born Pretty. Вход у нее USB. И гель-лаки из новой коллекции, в новых, вернее, флаконах, и еще флаконы из старой коллекции. Голографические блестки. Во всех этих гель-лаках, которые из новой коллекции, присутствуют голографические блестки. В составе два полупрозрачных и два плотных гель-лака с блестками в составе. Гель-лаки не имеют запаха. Приятная консистенция, удобная кисть. Вот здесь кисть у меня попалась немножко с загнутыми ворсинками. Это блестки. Блестки тоже можно, блестяшки, уложить в один средний слой. Можно наносить на какую-нибудь подложку подходящую. Эти также можно как самостоятельно, так и на какую-нибудь подходящую подложку. Гель-лаки легко самовыравниваются. Кисть, как уже сказала, удобная. Раскрывается веером. Этот красивый гель-лак серо-фиолетовый, плотный, можно наносить в один средний слой. Розовый, тоже плотный, пигментированный оттенок. Красивый оттенок. И последний. Коричневый. Плотный коричневый оттенок. У меня такого, по-моему, нет в коллекции.
просушила, и вот они. 7 новых гель-лаков в моей коллекции. Некоторые из них есть у меня уже, поэтому отправятся когда-нибудь кому-нибудь в подарок. Приятно получать что-то в подарок и мне, и дарить вам. Всем спасибо за просмотр. Компании Born Pretty спасибо за подарок. Лампа работает, я проверила. Такую лампу удобно использовать при наращивании, к примеру, на верхней форме, чтобы чуть-чуть прихватить форму, а потом уже досушить в основной лампе.